Всем привет, друзья! Вас приветствует компания PhotoMobile. Сегодня на обзоре миниатюрная версия про танк. Более подробно я расскажу далее. А всем тем, кому не втерпешь, переходите по ссылке в описании к видео. Мини-протанк 2. Вторая версия уже всем полюбившегося мини-протанк. Изготовлен из стекла и металла. Благодаря этому он прочнее многих пластиковых баков и менее поврежден влиянию высоких температур. Теперь вы сможете его с легкостью полностью разобрать для прочистки, смены испарителя или для замены деталей. Клеромайзер также отлично сочетается со всеми аккумуляторами и модами, имеющими 510-й коннектор. Емкость бака в 1,5 мл дает достаточное количество времени для парения без дополнительной заправки. Отсутствие клееных соединений и стеклянная колба предотвращают попадание чужеродных материалов внутрь и полностью окунают вас во вкус испаренной жидкости. Данный товар, а также множество других, вы сможете приобрести, кликнув на ссылку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.